братья и сестры, у меня за спиной находится отдел сбыта Радашковичского керамического завода. И мы приехали сегодня для того, чтобы оплатить керамический блок. Вот. Главный вопрос, который задают прихожане священникам, да, где наши деньги, батюшка? Но, дорогие наши жители Каменной Горки, я вот вам с ответственностью заявляю, что мы ваши пожертвования, которые вы милостивно жертвовали, вносили на благо нашего прихода, мы это все организованно, скрупулезно собирали. Вот мы вносим значительную часть на закупку керамических блоков. И активизируются строительные процессы, в том числе с Божьей помощью мы, Богу содействующему, мы тоже начинаем двигаться. Дорогие жители микрорайона, наши прихожане, вы увидите динамику созидания этой весной и летом. К сентябрю стоит очень для нас непростая и вместе с тем задача, которая должна быть выполнена, должен быть сделан нулевой цикл фундаментов нашего основного храма в честь святого равноапостола Николая Японского. Благодарим замечательное руководство Радашковического керамического завода за определенного рода бонусы, дисконт, просто дружеское и такое приятное деловое общение.